Отец мой по земле ходил. Подданные знали. Он человек, и все. Но императора Петра называют великий. Скоро она нас поучать будет. Нельзя России без царя. Нет наследника, значит смута. Нам докладывают, принцесса Фредерика в пути. Русский принц увидит меня и влюбится. В данной обстановке невеста цесаревича может быть кто угодно, только не немка. Жена цесаревича просто должна родить ребенка, достойного наследника российского престола. Все. София Августа Фредерика, принцесса Ангальцербская. Здравствуйте, ваше императорское величество. А тетушка еще и переворота боится. Думает, она уедет, а я вместо нее на трон сяду. Неужели кругом измена? Да, конечно, кругом измена. Я выбрала тебе имя и отчество. Будешь Екатерина Алексеевна. А имя свое прежнее забудь. Петр Федорович, вы хотите жениться на мне? Вы такая милая, внимательная. Если бы не тетушка, все было бы по-другому. Венчается раб Божий Петр, рабе Божией Екатерине. Во имя Отца, Сына и Святаго. Неужели вы не понимаете? Как только у нас родится ребенок, тетушка его отнимет. Она его сделает наследником. Я стану ей не нужен, вы тоже. Я окажусь в крепости, вы в монастыре. Твоя мать шпионит. Она пишет письма королю Фридриху. Я не понимаю, о чем вы говорите. Можешь попрощаться со своей матерью. Я ненавижу ее. С девчонкой мы всегда успеем разобраться. Придет время, я всем отомщу. Принеси мне наследника. Позвольте представиться, князь Салтыков. Я влюбился в вас с первого взгляда. А ведь правду говорят. От судьбы не уйдешь. На колени! Родился будущий император России! Принесите мне моего ребенка! Ваше Величество! Я умоляю! Любовника сама себе найдешь. А видеть наследника престола — это еще заслужить надо. Я пришел проститься. Как ты можешь? Я дождусь. Когда тетушка умрет, я стану императором. Я велю казнить всех, кто меня оскорблял, унижал, обманывал. Всех. Всех. Вы отняли у меня все. Моя жизнь не имеет смысла. Иди-ка ты с глаз долой, милая. Ты стала интересоваться делами, которые тебя не касаются. Империи создаются веками. А гибнут в миг. Крови на мне не будет. Мужиками научилась крутить. А верно говорят, что она ненаследная, никому не отказывает. Промедлен, скину в крепость или умру в монастыре. Я этого не позволю. Обещаю, с Божьей помощью и вашей поддержкой править Россией справедливо и разумно. Господа офицеры, кто со мной? Императрицу тоже могут назвать великой. Безусловно. Пора, Ваше Величество.